От души приветствуем всех любителей футбола. Думаю, что матч сегодня будет интересный. Думаю, что и комментарий сегодня удастся. Юрий Розанов и Василий Соловьев, то есть мы не первый уже раз работаем вместе. Поэтому, ну вот, надеемся, что у нас получится. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Вот момент. Ну и все, пожалуй, на этом атака миновала. Ну давай! И здесь у голкиперов поводов беспокоиться нет ни единого. Легко порой кажется, да, Барселона создает моменты. Получил, отдал, открылся. Закон футбола на коротке. Когда Хавьер Маскерано находится в центре поля, то команда может быть спокойна, потому что он очень хорошо разрушает атакующие действия противника. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. Тут думать вредно, тут надо быстро реагировать на мяч. Честно говоря, передернули, да? Команды противника. Месси. Можете называть это фартом, можете называть это мастерством, но у этого парня все, что летит в створ, это практически гол. Вроде ничто помешать не может. Он из тех, кто постоянно балансирует на грани офсайда. В этот раз он эту грань приступил. Слепой пас, а ведь пас на самом деле зрячий. Тут можно сказать, что и на коротке. Игрок Барсы. Думаю, надо бить и забивать. Вот это матч, вот эта игра. Думаю, надо бить и забивать. А вот удар. Не удержал мяч. Свободный удар с угла вратарской, разыграет защита. Что творит Лионель Месси?
И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Я думаю, что указики, которые тренеры в эти 15 минут перерыва будут давать своим подопечным, сильно будут отличаться от тех, которые они готовили давать еще 2-3 минуты тому назад. Я думаю, сейчас команда отправится в раздевалку в великолепном настроении. Посмотрим, что изменится в игре после вот этого удара по мячу. Команда пропустила гол, и теперь ей нужно спешить чужим воротам. Ух, какая борьба плотная. Педро. Барса атаковала, соперник нарушил правила, будет штрафной. Один-ноль после первого тайма. Подобный гол, мне кажется, в принципе, если от симпатии болельщиков дистанцироваться, очень на руку зрителям. Им будет чем заниматься в эти 15. Есть что обсудить, потому что... Вторая половина игры. Ну что ж, посмотрим, что новенького команды нам припасли. Неймар. Али. Думаю, надо бить и забивать. Это шанс. И в этой суматохе защитник оказывается молодцом. Оборона в этот раз. Лионель Месси. Кто говорил, что он играет только на чистых мячах? Арбитр поднимает флажок, а значит, игрок совершил рывок чуть раньше, чем нужно. Офсайд. Готов игрок команды, силящийся отыграться, вступить в бой со свежими силами. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Что творит Лионель Месси? Педро. Месси. Угловой Барселоны будем смотреть. Думаю, надо бить и забивать. Вот момент. Отбей его, но куда? Явные проблемы в обороне, видим. И зоны не закрывают, а подстраховка не работает. Можно их проходить, коли сами напрашиваются. Педро. Может доигрывать эпизод Барселона. Дани Алвес. Думаю, надо бить и забивать. Фланговая передача в штрафную. Размялся просто голкипер в этой ситуации. Серхио Бускетс. Настолько быстро передача, настолько быстро перемещение игроков, столько свободных вариантов, что кажется, соперника просто нет на поле. Они вот никуда не спешат, но это они вид дела. Ослабит соперник, бить не спеши, пропало. Серхио Бускетс. Педро. И безусловно, он ищет поддержку. Как, ребята, открываемся под пас?
Серхио Бускетс. Неймар. Ну и вот играют друг с другом вдвоем. Серхио Бускетс. И самое главное, стараются мяч держать внизу. Очень грамотно распоряжается мячом и практически его не теряет. Великолепно играет защитник в очень напряженной, в очень опасной ситуации, выносит мяч до предела поля. Педро. Серхио Бускетс. Иньеста. Неймар. Тут только главное не думать слишком долго, потому что выбор очень велик. Направлен мяч от головки в штрафную площадь. Смотрим. Вот вот. Бей! И удар приходится в кого-то из игроков защищающейся команды. Тут давно не забивали. Давно не забивали, а надо. Надо. По крайней мере, некоторым. Пошла борьба. Плотность игры не... Месси! Я подумал, отобьет хотя бы, и то хорошо, а он просто поймал. Удачная игра головой. Была ли эта победа сегодня так красиво? В принципе, принято.